Здравствуйте! Нам известно, что f большой от x равно определенному интегралу от π до x от функции котангенс квадрат t по dt. И наше задание – найти производную этой функции. И в этом нам поможет теорема о производной интеграла с переменным верхним пределом. Это то же самое, что и производная по x вот этого определенного интеграла. Пожалуй, я это скопирую и вставлю. Вот так. И по теореме это должно равняться этой функции. Но это уже не будет функция от t, это будет функция от x. Значит, это будет котангенс квадрат x. Такие примеры довольно часто встречаются в заданиях по матанализу. Без теоремы о производной интеграла с переменным верхним пределом вычислить производную было бы очень сложно. Сначала нужно было бы найти первообразную подинтегральной функции и вычислить ее значение в нижнем и верхнем пределах интегрирования. Затем найти их разность, а потом еще записать производную получившегося выражения. Но, как вы убедились, теорема о производной интеграла с переменным верхним пределом здесь и делать нечего. Все очень просто и понятно. Теперь давайте немного усложним задачу. Предположим, нам дан определенный интеграл от π до... Давайте вместо x возьмем x в квадрате. От функции котангенс квадрат t по dt. Наше задание – вычислить производную этого интеграла. Нас просят найти производную по x вот этого интеграла. Как нам это сделать? Здесь мы определяли функцию f большой от x как определенный интеграл функции f малой от t. Но в нашем случае верхний предел интегрирования равен не x, а x в квадрате. Значит, это то же самое, что и производная по x функции f большое, но не от x, а от x в квадрате. Здесь у нас x, а здесь x в квадрате. Значит, это будет производная функции f большое от x в квадрате. Если это будет функция f большое от x в квадрате, то везде, где в правой части мы видим x, мы должны заменить его на x в квадрате. Здесь верхний предел равен x, а здесь, соответственно, x в квадрате. Теперь нужно только применить правило дифференцирования сложной функции. А согласно этому правилу, это будет равно производной функции f большое по промежуточному аргументу x в квадрате. Значит, это будет f большое штрих от x в квадрате умножить на производную промежуточного аргумента по переменной x умножить на производную x в квадрате по x. Мы умножаем производную функции f большое по x в квадрате на производную x в квадрате по переменной x. Это всего лишь правило дифференцирования сложной функции. А чему равна производная f большое штрих от x в квадрате? Если нам нужна производная функции f большое штрих от x в квадрате, то это будет функция котангенс квадрат x квадрат. Это производная всего этого выражения по x в квадрате. И эту производную нам нужно еще умножить на производную x в квадрате по x, то есть умножить на 2x. Таким образом, производная этого интеграла равна 2x умножить на котангенс квадрат x в квадрате. Надеюсь, все было понятно. До скорых встреч!